Летняя языковая школа – это совместный проект СГУ и фонда «Русский мир», цель которого – популяризация и поддержка программ изучения русского языка в России и за рубежом. Программа реализуется в Сочи уже второй год, и на этот раз сюда приехали начинающие филологи из Луганской Народной Республики. В мире очень много людей с огромным багажом знаний, и хотелось бы почерпнуть то, чего, возможно, мне не достает там. Для меня это жизнь, потому что русский язык, он всегда, он везде просто. Без него это база, это базовый язык, от которого уже после можно изучать другие языки. Для будущих филологов преподаватели Сочинского госуниверситета подготовили специальные лекции, дискуссионные площадки и практические занятия. Они посвящены современным лингвистическим исследованиям, подходам к преподаванию русского языка и литературы, проблемам понимания литературных текстов. Наша цель – это оказать содействие филологам-русистам из стран ближнего зарубежья, показать им наши программы, российские стандарты, ну, может быть, что-то рассказать новое из области филологии. Для студентов мы организуем не только учебные занятия, широкая экскурсионная программа, знакомство с русскими традициями в том виде, которым оно представлено в нашем городе. Такой проект – это ответ на запрос представителей Высшей школы Луганской Республики. Они заинтересованы в подготовке специалистов на основе российских образовательных программ, отмечает директор фонда «Русский мир». 20 лет это был иностранный язык. И старое поколение учителей русского языка, которое воспитывалось и училось в Советском Союзе, оно уходит постепенно. Да. А вот молодежи, преподавателей русского катастрофически не хватает. Поэтому мы заинтересованы, чтобы они несли хороший русский язык детям, тем более сейчас Луганск переходит на российские образовательные стандарты. Сочинский госуниверситет – наш надежный партнер. Мы очень дорожим и отношением, которые здесь проявляют вот к нашим программам, и дорожим нашими партнерскими отношениями и рассчитываем, что они будут только укрепляться. За 10 дней участники летней языковой школы СГУ не только повысят квалификацию, но и познакомятся с Сочи. Для них предусмотрена культурная программа. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.